О безопасности детства говорили на одноименном форуме, который прошел в Ульяновске. Говорили о защите прав несовершеннолетних, искали новые идеи, меры для сохранения жизни и здоровья детей. В форуме приняли участие почти 500 человек. Муниципальные органы власти, родительская общественность, представители НКО и общественных движений и сами дети. Вместе поискать, что мы еще не сделали для обеспечения безопасности детей. Суициды, аутоагрессивное поведение, которое проявляется у детей, делинквентное поведение, преступления в отношении несовершеннолетних, буллинг, кибербуллинг. Что мы еще не сделали для обеспечения безопасности в образовательных организациях. Как снизить травматизм для того, чтобы он у нас стремился максимально к нулю. Вот все эти вопросы мы обсуждаем. Одной из важнейших тем стала цифровая безопасность детей и молодежи. Среди популярных угроз в интернете специалисты выделяют мошенничество, интернет-травлю и кибергруминг. Последний – это новый вид сексуального насилия против детей в интернете. Мошенники регистрируются в соцсетях под видом подростков, втираются в доверие к их сверстникам, чтобы получить интимные фото или видео, а потом шантажируют ими. Прежде всего, важен контакт родителя с ребенком. Это нужно делать постоянно. Родитель должен быть тем взрослым, которому ребенок придет в первую очередь, когда у него случилась какая-то проблема, нежелательная ситуация. Мы будем говорить еще и о технических возможностях. К примеру, функция родительского контроля не все взрослые, к сожалению, знают и не все ее подключают. Поговорили о безопасности детей во время школьных каникул. Несовершеннолетние чаще будут оставаться без должного контроля работающих родителей. В летний период дети чаще всего предоставлены сами себе. Либо в деревню к бабушкам и дедушкам уезжают. И поэтому вопросы безопасности детей и обеспечения их контроля за их времяпрепровождением со стороны взрослых родителей носят актуальный характер. Подведут итоги обсуждения на третьем дне регионального форума 1 июня. Алина Тихонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.